Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала «Распосылка, два посылка». Сегодня мы подводим итоги конкурса и разыграем миниатюрный увлажнитель воздуха от Xiaomi. Он очень компактный, и для того, чтобы создать приятную атмосферу, можно добавить капельку аромамасла. Вот это видео, под которым нужно было написать комментарий, поставить лайк и быть подписчиком нашего канала для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Но прежде чем мы подведем итоги и узнаем имя победителя, сразу напомню об актуальных розыгрышах. И через 2 недели мы с вами разыграем полезный аксессуар для кухни. А вчера вышел ролик, в котором вас также ждет подарочек. А вот какой именно, вы сможете узнать только тогда, когда посмотрите это видео. Но он тоже полезный. А сейчас приступаем к подведению итогов. Откроем это видео и скопируем ссылочку. И вставим ее в рандомайзер Lisa On Air. И нам осталось только нажать кнопку старт. И у нас, мои дорогие друзья, победительница. Это аккаунт Елена Андронова с комментарием «Интересное видео, участвую в конкурсе». И мы вас поздравляем. Миниатюрный компактный увлажнитель от Xiaomi достается именно вам. Напомню, как со мной связаться. А сделать это можно через электронную почту, которую вы сможете найти во вкладке «О канале». Открывается электронная почта только в том случае, если вы заходите через компьютер. Если вдруг с этим возникнут какие-то сложности, напишите мне, и я обязательно отвечу. Участвуйте, мои дорогие друзья, и удача непременно улыбнется и вам. На этом прощаюсь, всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале «Раз посылка, два посылка».